Барабулька – это очень вкусная морская рыба, богата магнием и витаминами группы В. В Древнем Риме стоила как серебро и обменивалась по весу рыбы. Простые люди не могли ловить эту рыбу, подавали ее только султанам. Поэтому и название у нее – султанка. Приготовим? Рыбу чистим. Чистится она очень легко, с помощью пальцев. Удаляем внутренности. Панировать я рыбу буду в кукурузной муке с крахмалом. Сразу солить ее не надо. Обваливаем в панировке. Наливаем масло в сковороду, хорошо нагреваем и жарим на сильном огне, чтобы рыба не прикасалась друг с другом, по 2-3 минуты с каждой стороны, до золотистой корочки. Как обжарили рыбу, поливаем лимоном, посыпаем морской солью, подаем с зеленью и овощами. Очень вкусная рыба, нежная. Попробуйте обязательно.